Производитель минеральных удобрений компания «Еврохим» российского олигарха Андрея Мельниченко поставляет свою продукцию на территорию так называемой ДНР. Как сообщили в информационном сопротивлении, поставка азотных удобрений из Краснодарского края на неподконтрольную территорию происходит через горловскую фирму-посредника «Сфера-сервис». Таким образом, деятельность российской компании в Украине незаконна и должна быть прекращена. Напомню, в 2014 году Кабмин Яценюка спровоцировал кризис на украинском рынке химудобрений, предоставив, по сути, монополию россиянам. Основным поставщиком стал Еврохим. И лишь несколько дней назад, 18 мая, Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на импорт минудобрений в Украину.